Сохраняется напряженная обстановка в немецком городке Хайденау под Лейпцигом. Минувшей ночью там вновь вспыхнули столкновения у недавно созданного центра по приему беженцев. Здание остается под усиленной охраной полиции. В пятницу вечером акция протеста против иммигрантов переросла в беспорядки. Около 1000 человек, среди которых правые и ультраправые активисты, пытались блокировать дорогу автобусом с беженцами. Полиция разогнала манифестантов, пострадали несколько десятков человек, в том числе стражи порядка. После этого в Хайденау прошла альтернативная манифестация против ксенофобии.